вас, мои дорогие любители Азии! С вами снова я, Милена, и сегодня мы поговорим о топе января. Знаю, опаздываю, но наверстываем. И будет что посмотреть, список будет немножечко длинненьким, поэтому запасаемся и карандашиком с блокнотиком, мало ли что вы запишете себе в свой замечательный список посмотреть. Плюс, конечно же, чайком, кофейком, молочком, снеками и просто хорошим настроением, потому что будет от чего попускать слюни. Да, тазик тоже лучше подставить. Да. Ну что, готовы? Поехали! Начну свою трилогию с корейских дурамочек и с чего-то более или менее старосовременного. Как вы уже знаете, я обожаю всякие фантазиево-мистические вещи и всплески любви — одна из тех вещей, которые смотрятся на одном дыхании смешно, не слишком замудрено и просто прикольно. Некая девочка-бездар плохо учится в школе, потому что ну нафига мне математика сдалась в этом мире технологий, где можно взять свой замечательный телефончик и там все посчитать нафиг. А вот тебе и на. Опаздывая на свой замечательный экзамен, она в лужу попадает. Конкретно в лужу. И вылазит уже из чана. В прошлом. What? И не просто так в прошлом, она попадает в то прошлое, где встречает самого более или менее знаменитого на всю Корею короля. Да, вы угадали, Сэджона. И она об этом, конечно, потом догадывается, но именно там вдруг ей таки пригождается математика. Кто бы мог подумать? Это некая просто необходимость, средство для выживания, ё-моё. И как бы получается так, что она становится помощником короля. Да, она помогает им что-то там в плане математики. Оказывается, вот кто бы мог подумать, что просто уровень реально математики школьного периода в те времена считался уровнем просто мега-супер Сон Гёгуан, профессор высшего класса. Исторические драмы. И вот тут с переводом я, конечно, не знаю, как напортачили или нет. То хозяин властитель маски, то хозяин замка властитель маски, или хозяин замка и маска. В общем, короче, видела много названий. На самом деле, правильно будет, наверное, все-таки на корейском назвать. А это Кунджу. История рассказывает, опять же, о дворцовых переворотах с толикой мистики, где царь выступает в роли марионетки. И уже явно на протяжении не первого варианта времени, что, в принципе, приводит к тому, что он хочет, чтобы его таки наконец рожденный сын жил все-таки не по его правилам, то есть не будучи марионеткой. И получается так, что в момент, когда происходит традиционное, скажем так, помазание по корейским всяким историческим традициям, в чернила добавляют яд. Вы сами понимаете, ребенок только родился. Кожа младенца это вообще, я не знаю, даже теплая вода может навредить. Что уж тут говорить о горячей воде, а тут яд. Отравленный еще в детстве, это как бы аукнется потом. И для того, чтобы защитить его, чтобы никто не знал его лица, ему одевают маску. Зачем? Да для того, чтобы защитить. Но юношеский максимализм хочет узнать, почему ему нельзя снимать маску, почему ему нельзя выходить за пределы дворца, ведь он хочет помочь. Он, конечно же, выходит за пределы дворца, встречает, конечно же, себе новых друзей и, конечно же, девушку, в которую влюбляется. Хотя надо бы сказать, что там еще будет прикол с переодеваниями, то есть ты побудешь пока мной, а я пойду. Там проверить надо. Ты тут посиди пока, все равно никто лица твоего толком. Ты не видел, маску одел? Ага, все. Теперь японская дурамочка. И сразу предупреждаю, что она старая, но если вы хотите увидеть, что даже в Японии есть симпатичные мальчики, неважно, что это 2007 год, там симпатяшки тоже имелись. Ха. И все еще имеются. Фуманакадзи. История рассказывает о двух кланах, в подчинении которых находятся некие кланы ниндзя, которые между собой, в принципе, враждуют. И самая главная фишка, что сам вариант дурамы построен как какая-нибудь анимешка, поэтому... Запаситесь терпением, это японский анимешный юмор, поэтому да, наверное, не всем понравится, но ради этих симпатичных мальчиков там все есть на любой вкус по всем стандартам гарем игре. Короче, симпатичных мальчиков японских там будет навалом. Не важно, что некоторые из них, ну, слишком худощавы. Это же 10 лет назад было, сейчас многие из них уже давно не худощавы. Теперь поговорим о том, что захватило меня минимум на неделю нонстопного просмотра. Даже местами ночами не могла спать, пока не досмотрела. И не важно, что, по-моему, на 10 или на какой-то там серии дубляж заканчивается, и остаются только субтитры. Да, я говорю о «Три мира, три жизни и 10 миль персиковых цветов». Это китайская дорама, так что морально-физически готовьтесь к немножко нестандартному варианту. Я смотрела много фэнтезиовых дорам китайских, и мне, как бы, честно сказать, не все нравятся. Но здесь мне посоветовали, я подумала, ну раз посоветовали, наверное, стоит. Но для начала мне нужно закарифаниться с персонажем, который мне дико понравился.
В общем, эта замечательная история рассказывает не совсем о людях, сколько, а это некие небожители, это некие демонические жители и некие, скажем так, темные демонические жители, потому что есть темная сторона, светлая сторона и некие жители типа морей и, в общем, там горы, пещер. Грубо говоря, 4 раза, не считая людей. Понятное дело, что основная история идет о том, что некая главная героиня попадает куда-то там, чтобы научиться чему-то там, потому что, ну, в принципе, у них там, ну, 10 тысяч лет, это вообще ни о чем. Ну, что-то, господи, это как 2-3 дня, ну, е-мое, ну, как год для нас. Для них 10 тысяч лет, это так. Ха. Еще дзенчика добавят с любовым винишком. В общем, там запутанная история, в принципе, завоеваний, скрытая любовными перипетиями. Вот самое интересное, кстати, начинается. То есть главная героиня влюбляется то в одного человечечка, потом в другого человечечка, потом вроде как все заканчивается вообще самым главным, кто был ей там судьбой по скрижалям, а точнее сказать, по камню любви прописан, в принципе, в супруге. Но вы увидите трагические любовные истории не только главной героини, но и ее племянниц, которая там тоже влюбится в бога, который сам себя из этого же камня любви и нафиг удалил, чтобы никто не мешал, и все было по чесноку, потому что он был самым главным богом, по-первых. Как бы многие, на самом деле, после главной героини с ее любовной линией почему-то отдают предпочтение именно этой паре, при том все, что забывают о том, что страдания того парня, который обломился из-за подруги главной героини, которая тупо завидовала ей и испортила не только себе жизнь, но и этому замечательному, обожительному... Я, в принципе, смотрела, наверное, только из-за него, потому что это классический персонаж. Я засранец, но на самом деле я хороший, потому что если я влюблюсь, да я ради тебя, дорогая! Терпения, на самом деле, просто иногда не хватало, иногда хотелось перемотать сразу в конец, но если ты что-то, какую-то деталь, блин, пропустишь, да еще и без дубляжа, ты можешь пропустить огромное количество информации. Ну что же, продолжим анимешеньками! Первая анимешка будет из современненьких, свеженьких, и это невеста. Чародея. Магия, любовь и интересная магия — это абсолютно новая история магического мира. Но стоит начать смотреть именно с сериала, то есть первый сезон, потом можно, в принципе, посмотреть овашки, потому что во втором сезоне, я просто не помню, на какой именно серии, как раз вот об этих овашках пойдет речь. То есть там будет момент с книжкой, как раз вот в зону овашек. Ну и как у нас на Руси ведется, если баба рыжая, значит она ведьма. Здесь тоже к этому пришли. Да. В общем, у девушки есть определенные силы. И как бы эти силы хотят получить многие существа. И фишка в том, что она, по идее, из-за этих сил умрет. И, в общем, вот это все раскрывается, а между ними при этом рисуются любовные отношения. Теперь говорим о яойчике. Аниме именно яойное. Ну, наверное, для детального рассмотрения можно будет и полистать мангу, потому что есть и манга одноименная, понятное дело. Это лучшая в мире первая любовь. Не, ну понятное дело, что многие детали там не показаны, и в принципе там больше про факт отношений максимально, что вы возможно увидеть это, ну, поцелуй что ли. Ты меня забыл? Нет, ты меня не забыл, ты меня бросил, ты меня не бросил. В общем, сам по себе мангака сделал целых 3 линии, которые между собой переплетаются, то есть определенные персонажи из другой линии появляются в этой, и соответственно появляются еще в одной. Многие из них в принципе вшиты именно в сам сериал, но на самом деле они отдельно существуют в плане манги. Если хотите деталей, то вам в мангу. Пометочку маленькую, это 16+. Но очень милый яойчик. Я его пересматривала, наверное, раз нцать, как и, в принципе, его побратима. Конечно же, расскажу о манге Нагае Томоми. Я думаю, многие из вас встречали эту замечательную мангаку с другими ее вариантами, но именно эта манга меня прям тронула. Это манга It is not what you think, darling. Опять же, немножечко о любви и магии. Некая девушка, ей снятся странные сны, что она с кем-то там красивым, замечательным, в общем, в постели. Вдруг она его видит у себя в институте, колледже, и он мега-супер популярен. И она решает спросить у него, вот мне тут приснилось, что вот этот шрам у тебя вот по этой причине. Ну, парень, конечно, врет, но как бы, естественно, удивляется этому моменту. Потом она еще задает определенный вопрос и называет его чужим именем, отчего у него, естественно, все шевелится, он приглашает ее к себе домой поговорить по этому поводу. Она рассказывает пару-тройку своих снов и то, что однажды давным-давно была некая авария, некая девушка была донором ее крови. И вот, по-моему, из-за этого, наверное, может быть, она начала видеть эти сны. И он, естественно, на нее... А парень, который ей снился, на самом деле не этот достопочтенный мальчик, который только что...
Нет, это его старший брат-близнец. Переходим на манху. И, конечно же, расскажем еще об одном варианте 18+, из корейского состава. Это змеиный язык, дорогие мои. Да, смотреть точно 18+, почему? Потому что это мало того, что яой, так еще и кровавый яой. Да, там будет кровищи много, потому что здесь будет криминал с легким БДСМом и, конечно же, яой. Ну, нестандартные вещи. Язык змей вам расскажет о варианте человека, который это людоед, но он не просто так людоед. Нет, он не вампир. Но там кое-что другое, более естественное, скажем так, не мистическое, но... И дополнением будет та вещь, которая до сих пор не получила продолжения. Я не знаю, будет ли это продолжение. В общем, короче, список из серии «Жду не могу». Соблазняя принца. Еще одна китайская замечательная вещь, которая вот меня с первой же главы просто захватила. Девушка обладает способностями. Если она поцелует человека, она узнает всю правду. Что сделал, что не сделал. Ну, из-за этого, естественно, она не везет с парнями, которые ей, в общем-то, постоянно изменяют. По причине чего непонятно даже, почему они ей изменяют. Девочка-то вроде красивая. Ну, там немножечко юмора, немножечко самопоедания. И вдруг там хлобысь, ей с неба в речку падает какой-то парень. Она, естественно, его спасает. Понимает, что надо сделать искусственное дыхание, рот в рот. Вот она и при этом понимает, что если она его поцелует, она узнает что-то, что, может быть, ей не хочется сейчас в ее момент разбитого сердца знать. И она увидела то, что он вообще-то, по ходу дела, из прошлого. Естественно, у нее шок, он раскрывает глаза, она безумно в него влюбляется, что там будет определенный момент и юмора, пока она там будет собираться с духом, чтобы сделать ему маус-ту-маус. И на этом все как-то обрывается. Ну и кульминация момента, сериалы. Начну с одного из классических. Это «Вавилон 5». Да, это, конечно, что-то вроде Стартрека, но немножко, как говорится, с другого бока. И он мне даже как-то симпатизирует больше. То есть это не просто Explore Galaxy, то есть изучаем галактику. Нет, это уже настраивание отношений между определенными расами инопланетян, которые по факту это прототипы именно земных рас. И прямо это чувствуется на самом деле изначально, но, конечно же, добавлена определенно фантастическая, мистическая и магическая часть. И все это, естественно, объединяет не что иное, но и как человек. То есть, вроде бы как вот оно, звено, человек вроде все понимает, но вот что вы между собой деретесь? Как, впрочем, у нас есть смотрители. Как темные, так и светлые. Ну и продолжение мистически-фантастических вещей будет сериальчик из Англии. Ну, на самом деле, не то чтобы он из Англии, но про Англию мистически-магического характера. Это Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл, который рассказывает о магии на территории непосредственно Юнайтед Kingdoms, где существует магия, существуют некие существа, и именно они, вот эта парочка, находят друг друга, потому что ну, что-то мистическое их свело, но это не просто тебе мистика и магия. Магическая версия для взрослых, где будут периодически, конечно, и кровавые варианты, и сказочные варианты приплетены, и все это на самом деле вертится, крутится вокруг определенных вещей, требующих продолжения, но, к сожалению, продолжения не было, и вроде бы как бы заканчивается все логично. Но так как я привыкла к тому, что надо находить определенные пасхалки, а их там было много, ты понимаешь, что, по идее, должно быть продолжение, потому что определенные вещи до конца не доведены. Ну что же, на этом мой топ января заканчивается. Не забудьте поставить пальчики вверх этому видео, если у вас есть что посоветовать мне посмотреть. Конечно, пишу в комментариях, но вначале проверьте, а вдруг я уже об этом сделала видео в других своих топах. Не забудьте при этом подписаться на мой канал, подписаться на мои соцсети, потому что там тоже иногда что-то интересное происходит. А это Инстаграм, Фейсбук, он же Морда Книга, ВК. У меня есть блог, где я выкладываю, между прочим, развороты своего японского журнала. И у меня есть Твиттер, где я также пишу какие-то мысли вслух. Также я иногда стримлю на Твич. Редко, но метко, поэтому подписываемся, следим, оставляем свои комментарии. И до новых видео. Пока-пока. 로스트는 미국의 ABC에서 방영된 드라마이다. 남태평양 미지에서는 추락한 시그니발 로스앤젤레스행 비행기의 생존자들의 이야기를 다루고 있다. 제프리 리버, J.J. 에이브럼스, 데이먼 린들로프가 기획하여 2004년 9월 22일 처음으로 방송되었다. 슈? 빠시바. Можно продолжу разговаривать? Какая прелесть.